У китайца обычно день начинается с чая и риса. И лучше всего зеленый чай пить, связывая это время чаепития с едой. Мы заварим китайский чай императорской коллекции, который называется Маофэн, ворсистые пики. Вот мы согреваем посуду для зеленого чая. Зеленый чай принято пить охлажденным. Ну, то есть вода должна быть снижена до температуры 70 градусов. Маленькой лопаточкой, которая называется чай-чи, мы выкладываем зеленый чай в прогретую гайвань. В Китае традиционно очень любят в больших городах и мегаполисах пить зеленый чай с жасмином. Но особенности зеленого чая таковы, что ни в коем случае, когда чай остынет, нельзя заново заваривать его. Нужно обязательно выбросить чай и взять новый. Дело в том, что чай – удивительное растение, в котором очень много белка. И когда он остывает, то чайный лист становится пищей для разных бактерий. И ни в коем случае нельзя смешивать зеленый чай с алкоголем, потому что тогда он очень плохо влияет на почки. Зеленый чай очень хорош для сердца, и его можно пить в таком состоянии, когда вам грустно или вас мучают какие-то эмоции. Вы можете пить чай и расслабить ваше тело. Пить чай нужно обязательно прихлебывая, наслаждаясь каждым глотком чая, так как это принято на Востоке. Особенности зеленого чая в том, что его мы завариваем невысокой температурой воды, градусов 70. Когда чай остынет, вам обязательно нужно его выбросить. Не заваривайте его второй раз. Это вредно для здоровья. Если вы вдыхаете аромат зеленого чая и вы чувствуете табачные оттенки, знайте, что этот чай старый. Он уже отжил свое. И в такой чай, наверное, можно добавлять и сахар, и класть и лимон. Но классический зеленый чай, если вы покупаете хорошего качества, пейте просто чистым, наслаждаясь каждым глоточком.